Привет. Приездом, братан, с днем рождения. Розовые как. Так, всем привет. Мы едем в Карелию, вернее, мы уже в Карелии. Там горы сзади. Вот. По дороге не могу снимать, потому что со стеклом у нас проблемы. Грязновато. В общем, мы сейчас на остановке вынужденной. Едем в Сортавалу. Такая вот у нас квартира. Очень прикольно сделана. Светлая. Здесь кухня отдельная. Все, что нужно. Мы уже решили, что летом сюда вернемся с девочками. Прям классно сделано дерево. Прям. Везде были приоткрыты окна, прохладно. Сейчас все закрыли. Батареи прям невозможно дотронуться. Так, идем дальше. Здесь столовая. Куча диванчиков. Я когда смотрела на сайте, не могла все никак понять, как расположено, где кухня, где что. Здесь вот отделено стеной, видимо, не знаю, было так или нет. Игорь, почему-то очень обросший. Почему ты оброс, скажи? Нет, тебе идет. Карантин. Тебе идет. Самоизоляция. Какая самоизоляция нужна? А чего вы сюда куртки накидали? Там есть прекрасная вешалка. Ты замерз? Я просто замерз. Да, Игорь в двух куртках нас встречал. Это если что, в этот период. Ну, ты в ней был тогда в Выборге. Летом. Так, а вот наша спальня. Тут такие элементы декора, просто вообще некоторые. Это Игорь подарил Максу на день рождения. Шарики. Вот. Виды из окна не очень, но тут сам город такой финский, такой консервативный очень. Всякие штучечки. И здесь так интересно сделано, то есть можно в ванну зайти из этой комнаты. Здесь дверь закрывается, и еще из этой комнаты. Вот тоже все прям очень прикольно, очень мило. Полотенчики, шампунчики, фенчик. Я, собственно. Вот, сейчас пойдем немножко прогуляемся. И забронировали столик. Почитала про кафе Кинза, но нам вот сейчас хозяйка сказала то, что еще какой-то кафе есть релакс. В общем, сейчас будем смотреть, где нам больше понравится. Нет, это что-то не то. Просто кладовка. Ой, Дед Мороз спрятался. Так, ну вот. В принципе, квартира, я думаю, раз, два, три, четыре. Спокойно человек 8, наверное, разместится. Так, мы вышли. Вот наш дом. Мы прозвали его Дом Урод. Но тут, в принципе, все такие. Внутри очень прикольно, а снаружи не очень. Сейчас идем через парк, ну, через скверик. Гулять в центр.
И хотим уже покушать, присесть, отпраздновать день рождения Максима. Пока не поняли вообще, что за город, но Игорь выписал целый план посещений прикольных мест здесь. Поэтому сегодня просто отметим, а завтра уже будем ездить, смотреть Рускеалу, да? Да. Водопады там что-то. Ну да. Итак, озеро. Озеро. Ля пяя рви. Сложно. Пока мы ехали, было очень много забавных названий, которые мы не могли даже на скорости 40-50 прочитать до конца. Ну, оно огромное. Мы приехали на гору Пассо, как-то так она называется. Не знаю правильно, как ударение ставить. Туда нужно забираться пешком. Лёд. Сплошной лёд. Чё-то кажется, что мы туда сейчас не пройдём. Всю ночь снег шёл. Всё замело. Природа тут, конечно, вообще обалдеть. Я заберусь, у меня не скучки. Летом представляю, какая здесь красота. Вот это вот огромное озеро. Название я никогда тут не выговорю. Сейчас умру навсегда. Чуть сердце не выпрыгнуло. Чуть все скользит. Обратно на путь поеду. Так, у нас следующая точка. Идем на камень желаний. Что-то еще желание как-то придумать. Быстренько. Какие же здесь необычные домики. Полежки лежат. Ага, я пройду. Так, мы приехали в Рускеалу. Здесь очень круто. Так, мы начали. Короче, вот это вот сейчас все должно зажечься разными цветами, подсветкой. Куда-то. И тут прям такой этот провал. Страшно подходить даже близко. Блин, главное телефон не уронить. В общем, там очень глубоко. Что сказал? Проклятие? Тысяча чертей. Ой, скользко. Ой, мамочки. Че? Как она выглядит, в этом посмотри. О, вообще, да, класс. Сейчас не очень. Так, у меня садится телефон, и мне это не нравится.
еще не видели самого главного. Тут 6 часов загораются весь каньон, я же вам говорила. В смысле, зажигаются фонарики. Какие эти... Что это, мрамор, гранит? Мы, кстати, купили... Тут есть магазин сувениров, купили маленького пуделечка. Покажу потом. Ой, как красиво. Только бы у меня не сел телефон. Сейчас еще у нас паровоз какой-то тут старинный ходит. Вон он, блин. Это ж так круто. Просто. Красота. Лед. Все во льду. Наконец дождались. Загорелся карьер. И у меня 1%. Так, мы сегодня находились, сейчас, секунду, просто уходились вообще, очень устали по этим горам лазить. В общем, сувениры из Карелии. Что мы купили? Это Макс купил себе. Ну, их просто можно в любые напитки, то есть их можно нагревать, допустим, чтобы чай долго не остывал, или наоборот охлаждать. Какие-то напитки, то есть они как лед не, ну, не добавляют воды, грубо говоря, да, но поддерживают холодным. Это я Ксюшке купила, подруге. Так, здесь у нас что это, нашим учителям, воспитателям браслетики, тоже карельские, прикольно, по-моему, что-то такое у меня в детстве было, ну, вернее, не у меня, там, а у мамы или у бабушки, не помню. Это Игорь девчонкам купил. Вот. Что у нас еще? Варенье. Нет, это не варенье из шишек. Не хочу распечатать, потому что сейчас все наоборот упаковывать. Это, короче, от простудных заболеваний конфетки. То есть какие-то они проваренные вот эти шишки в чем-то. И они, ну, типа мягкие, прям сладенькие. Ну, не знаю, будут девчонки это, не будут, но, по крайней мере, прикольно, там прям такие малюсенькие шишечки. Вот. Ну, магнитики. Много магнитиков. Крем купила мамам. Тоже карельский крем. И... в Рускеале, там же мраморные эти карьеры, и там из мрамора столько фигурок. Купили нам Спартака. На него, ну, на них была скидка как раз 50%, поэтому дешево нам обошелся, такой прикольный. Очень здорово сделано. Только хвост у Спартака длинный. Вот так. А это вот карта, где мы сегодня ходили. То есть там покупаешь билет, и тебе дают карту, потому что там, ну, большой достаточно парк. Мне очень понравилось, особенно. Я рада, то, что я дождалась, когда карьер зажегся, конечно. Это вообще что-то с чем-то. А, паровоз я так и не увидела. Вот здесь вот эта станция. Отходил он. Но мы, в общем-то... Ну, неохота была. В общем, мы шли вот здесь, а нужно было спускаться сюда долго. Долго, поэтому мы решили туда не идти. Вот, а так обошли, конечно, все. Очень прикольно.
Вот, если кто соберется, русские аллы, это, конечно, вообще, особенно летом, мы просто загорели с Максом, мы по-любому поедем туда летом, вернее, сюда вернемся, потому что много не просмотрено, на водопады мы не поехали, потому что не знали, сейчас они как там работают, не работают. А, там была тарзанка, мы так хотели прокатиться прямо над этим, над всем карьером. Но то, что холодно, то есть, ну, как бы она не особо высоко и не быстро едет, но не то, что холодно, а такой снег пошел прям в лицо, и мы что-то, в общем-то, ну, не решились. Вот. В общем, много мест мы еще не посетили, поэтому вернемся сюда летом. Зай, покажи мороженое. Скажи, блин, оно вкусное. Венеция, да. Это прям торт мороженое. Я тоже буду. Зай, танцуй. Спасибо. Какова мороженое? О, Игорь, какова? Дивное чудо. Мороженое. Я тортик. Здесь обычно. Мы решили выйти на набережную. Но это прям очень дует. Сейчас пойдем. Она вон течет, Нева. Моя любовь. Да. Мы решили, что зимой лучше смотреть Питер из окна машины. 7 градусов, вообще эти как будто, блин, градусов 30. Будет легкий ветерок. Я так хотела сегодня подняться наверх, но, наверное, хорошо, что не пошло. Итак, подходим к концу. Мы уже в Москве. Мы купали сувениры уже в Петербурге. Ну, просто брелочки. Зеркала, вот такую коробочку с Монпансье я купила просто из-за коробочки, хочу себе ее оставить, вот. В общем, обратно наш рейс задержали по непонятной причине, объединили два рейса в один, и мы вот с Максом сидели, пока ждали, просто обсуждали, ругались. Если бы мы поехали на машине или на поезде, это все настолько быстрее, то есть это дорога до аэропорта, там ожидание, регистрация, такая это мутатень все. Вот. И летом мы поедем опять в Карелию, поедем с девчонками, может быть, там еще тоже и родители собираются. В общем, снимем там большой дом и только на машине. То есть ты ни от кого не зависишь. Как бы, в общем. Я за это путешествие поняла две вещи. Жить в Питере зимой я не готова, потому что дует капец как. И я возненавидела самолеты опять. То есть был период, когда я прям хотела летать, любила летать. Все, прошло. Потому что зимой лететь страшно. Я не могу не сидеть у иллюминатора.
Вот, поэтому я всегда смотрю в окно. И, блин, это страшно. Вот, поэтому теперь только, ну, естественно, по России. Или поезда, или машина. Вот так. Надеюсь, вам понравилось видео. У кого какие вопросы, пишите, на все отвечу. Всем пока.